петровское время фонтанка служила южной границей города. На этих топких и, казалось бы, непригодных для жизни берегах император раздавал участки приближенным, обязывая их возводить здесь собственные особняки, чтобы поскорее освоить прилегающую к городу землю. Участок справа, на котором расположен скрытый со золоченной оградой Шереметьевский дворец, был пожалован Петром Первым своему родственнику, фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву, участвовавшему вместе с императором в Северной войне, которая велась со Швецией за выход к Балтийскому морю. Дворец был возведен в середине 18 столетия по проекту Саввы Чувакинского. На фронтоне здания и на воротах чугунной ограды, сооруженной значительно позднее, в 1844 году, изображен герб этого известного дворянского рода, предприятия которого верно служили своему отечеству и много сделали для развития русской культуры. Сад дворца раньше украшали фонтаны, поэтому и сам дворец нередко называли фонтанным домом. Здесь в конце 18 века жил внук Бориса Петровича граф Николай Петрович Шереметьев, покровитель искусств, директор императорских театров и основатель одного из лучших крепостных театров в России. В дворце жила его супруга, бывшая крепостная актриса Кристина Жемчугова. Здесь бывали крупные деятели литературы и искусства. Пушкин, Глинка, Мусоргский, Серов. Сейчас во дворце находится музей музыки. Устраиваются выставки и музыкальные вечера. Во второй половине 19 века на берегу фонтанки за мостом слева появилось еще одно известное в городе сооружение – здание цирка. Первые цирки в России появились еще в петровские времена. Выступали в них в основном иностранные артисты, главным образом из Голландии и Франции. Их представления пользовались успехом у зрителей. Цирки 18 века были, как правило, передвижными и устраивались на площадях во время народных гуляний. В 1877 году здесь, на берегу фонтанки, был открыт первый каменный стационарный цирк России. Впервые проект здания был выполнен с учетом цирковой специфики. Его автор – архитектор Василий Кенна. Артисты, повидавшие на своем европейском гастрольном пути немало цирковых зданий, петербургский цирк признавали одним из красивейших в Европе. По роскоши внутреннего убранства он приближался к императорским театрам. Инициатором постройки был итальянский подданный глава Большой церковной семьи, наездник и дрессировщик лошадей Гаэтано Чинозелли. После Октябрьской революции 1917 года семья Чинозелли навсегда покинула Россию. Цирк стал государственным и остается одним из любимых мест петербургской детворы. Наш теплоход приближается к одному из самых загадочных мест Петербурга – Михайловскому замку, который располагается на части бывшей территории Летнего сада. Слева по ходу движения. Его история полна мистики, как, впрочем, жизнь и смерть его венценосного владельца, российского императора Павла I, трагически погибшего в этих стенах. Опасавшийся дворцовых переворотов Павел не желал жить в себе дворце, решив построить себе новую резиденцию и неприступный замок-крепость, окруженный каналами с подъемными мостами. Прежде чем наш теплоход повернет налево и войдет в воды реки Мойки, обратите внимание на крошечный памятник слева по борту. Это самый маленький памятник северной столицы.
он получил свое название благодаря легенде о воспитанниках императорского правового училища, которые носили мундир, напоминавший по расцветке оперение чижа, а также за традиционные пыжиковые шапки студентов.